Кристина. Будем общаться с ней. Вообще не имел права меня тут останавливать. Доброе утро. Доброе. Я на Церковской ворота, старший сержант. Порядок у вас? Все хорошо, наверное. Оружия нет? Оружие? У нас есть оружие, меч есть у нас детский. Детский не интересует. Скажите, пожалуйста, документы. А что произошло? Охота открылась, знаете? На кого? На качку. На качку? Угу. Ну мы к качкам никакого отношения не имеем. Какая разница? Сейчас все возят, какие хочешь. Нет. Ну из оружия у меня есть только ножницы. Ага. Вот и все. В принципе. Зарегистрированы. Ножницы? Да, тут есть маркировка на них даже какая-то вот. Сталь нержавеющая. Солидно. Да. Так а что произошло, я не могу понять. В смысле, что вы не можете? Ну, на підставі чого я повинен пред'явити вам своє посвідчення водія? Хотя бы даже на подставе того, что проверка документов. Ну а проверка документа с чем связана? С проверкой документов. Ну, а что такое проверка документов? Я разве что-то нарушил? Я же ехал, я же что-то нарушил или нет? Так а что, надо, если кто-то что-то нарушил? Не, ну начался у нас с вами разговор с вопроса, есть ли у меня какие-то, какое-то оружие и что-то еще, да? А чем мы заканчиваем? Документы посмотрим. Так а зачем документы, я вот не могу понять. С чем связана проверка документов, объясните. Если было бы какое-то правонарушение или что-нибудь такое другое, пожалуйста, без проблем. Да вы что? Да. Тогда у вас даже и правонарушение будет так само. А в чем мое правонарушение? Я ехал с нормальной скоростью. С нормальной? Я не выпивший, да. С документами все в порядке, вот документы есть. Все документы есть, все абсолютно. Разрешение на радиостанцию. В машине сын, жена. Оружие один меч. Больше ничего. Что еще? Что еще? Давайте, езжайте. Спасибо.